Я спросила ее. Ты что хочешь больше? Курочку? Или рыбку? Боже, мы нашли мать. На гарнир, если что, рис, овощи. Она вообще больше хочет. Мам, давай позвоним ей, может, заработать или разы. Добрый день, это с кастингом фильма. Сейчас уже идет. Знаешь, милая. Папа не задержался на работе. Я вообще не думаю, что ему сделать до того, что мы будем есть. Она что-то постоянно рисовала в своем блокноте, всегда рисовала и мне не показывала, сука. Ты должна понять, что папа ушел навсегда. И даже если он захочет вернуться, он нам все равно больше не нужен. Мы и сами со всем справляемся. Если он будет, да. Ты уже умная, у меня все-все-все понимаешь, правда, да ведь? Чего ты не отвечаешь-то? Чего ты молчишь, блин? Что ты там рисуешь вообще, блин? Ну ладно. В общем, я не выдержал. Мне так надоел этот блокнот. Мне надоело, что она за ним пряталась. Дура. Дура, я схватил этот чертов блокнот. Блин, дура. Ну лучше бы не брала. Ну что? Ну так что? Не слышишь меня совсем, да? В жизни, как в кино, не бывает. Тебе говорят, пойми это. Ты никогда не будешь своего принца. Не будешь красивой. История у вас красивой любви не будет, будут грязные тарелки, его безразличие и в итоге одиночество с ребенком на руках. Папа никогда не вернется, никогда. Ах, черт, новое платье. Смотреть надо, сука, куда идешь. Смотреть надо, понял, да? Я очень не смотрю. Заметил стол, обычно он тут не стоит. Разве? Ах, да! Ты прав, я сегодня специально его сюда поставил из дома, блин, притащил. Только и думал, как бы тебя с ног, сука, не сбить. Я правда, господи, ты сейчас извинения включи, да? Я не хочу включить. Это еще дети, а? Меч дурацкий, прям под ноги летел. Мне очень жаль, мне очень жаль. Вообще жаль. Ваш пей, прям жаль, жаль вообще. Господи, взрослый мужик, как говоришь, как чурка, а? Ну что такое? Вы меня даже не послушали, да? Кастинг да у вас. Тебя невозможно было не слышать. Я за тебя забыл, что мне девушка сказала. Мы вам перезвоним. Да знаю, как вы перезвоните, блядь.